Возвращаемся мы с нижнего уровня 540 Красной Поляны и к себе на 960. Ну, сейчас доедем до света, и я продолжу. Добрались мы до светлого места, точнее, это балкон нашего отеля. Итак, наверное, нужно подводить уже итоги по всей поездке. Ну, в первую очередь, по вот этому отелю. Все замечательно, все хорошо. Где-то, если, может быть, без лоска, какой-то вот момент, там ковролин где-то недостаточно чистый или что-то. Но это я имею в виду тем, кто скажет, ты тут нахвалил, а мы тут увидели вот то-то, то-то, где-то тут какой-то уголочек обоев отклеился, еще что-то там, пятно на ковролине. От этого-то никто не застрахован. Опять же, ковролин ведь стелят, не как постельное белье, то, что там одни гости уехали, его перестелили. Понятно, что он лежит здесь годами, и все пятна здесь не ототрешь. Поэтому я не обращаю на это внимания, какого-то пристального. И никому не советую на этом заострять внимание. По самой поездке и по всем отелям. Теперь картина полная сложилась. Три отеля есть. И, в общем-то, получается, что все отели примерно оказались в одной ценовой категории у нас. Смотрите, первый отель был «Беларусь». Его стоимость чуть больше 6000 за ночь. Но там у нас были завтраки и ужины, то есть полупансион. Отель с достаточно большой территорией по меркам вот этого горного кластера, где мало у каких отелей вообще есть территория. У некоторых вообще ее нет, то есть здание и все. Собственно говоря, и Мовенпик-то, в котором мы сейчас находимся, территории практически не имеет. То есть внутренний дворик и все. Тут рядом это уже территория общественная. Если вы посмотрите. То есть Беларусь, территория, открытый бассейн. Их вообще два, но тут закрытый, большой, с парными, с этими. Много шезлонгов, много каких-то уголочков для того, чтобы пофотографироваться. Рядом зона через дорогу, фруктовый сад и тренажерная зона. То есть очень хороший вариант, и я бы его рассматривал как вариант, когда вам хочется солнца, покупаться, может даже с детьми, но вы не любите эти сочинские пляжи, которые сегодня мы были. Вариант очень-очень рекомендуемый, я бы так сказал. Он, будем говорить, относительно бюджетный, но, тем не менее, со всем необходимым, со всем, что нужно, там есть. Комнаты, номера там небольшие, но, как я уже говорил, весь минимально необходимый набор всего там есть. Значит, это первый у нас отель. И если отель «Беларусь», он был, такого релаксового типа, полежать, отдохнуть, покупаться, позагорать, то следующий «Кижи», «Русские сезоны» – это такой, культурно-познавательный вариант. Пусть там реальных каких-то музеев немного, то есть в основном это выставки, это представленные копии, но тем не менее каждый хозяин этого павильона, он вам минимум хотя бы минимум какой-то информации о том месте, к чему посвящен павильон, там Кавказ, Урал, Сибирь и так далее. Он вам что-то расскажет, какую-то информацию вам выдаст. Если вы захотите больше, то вы можете взять экскурсию, а кроме того, есть аудиогид, и вы тоже можете, в общем-то, получить больше информации. Здесь стоимость была чуть дешевле, чем 5500, но здесь только завтраки. Но, я еще раз повторю, здесь включен
весь этот парк «Моя Россия». Вы можете ходить, исследовать его, не торопясь. Люди, которые приезжают туда, сами хозяева павильонов говорили, и, говорит, им отводится на экскурсию 15 минут. Все, вам там делать нечего, пробегите и обратно. Мы же здесь не торопясь где-то сходили, куда-то зашли, ту же рюмочную, в ту же там вот эти горы варенья сходили. Сам номер замечательный, вид превосходный на реку. И это не касается люкса, то есть это и другие номера, они в такой же стилистике выдержаны, просто они поменьше, чуть-чуть объемом, у них не будет второй комнаты, грубо говоря, вот так. Вот, поэтому это вот такой вариант, где погулять, посмотреть, насладиться атмосферой, почему бы нет. Ну и последний, третий вариант у нас, это вот нынешний Мовенпик. Он 5 звезд, сезоны русские было 4, Беларусь 3, 5 звезд, но по стоимости, я уже говорил, он стоит 7600 за ночь, только завтраки, но он хорош тем, что вы получаете дополнительные бонусы. Итак, вы имеете неограниченную возможность пользования канатной дорогой, но, правда, две высоты у вас, с 540 до 960, туда-обратно. Все остальные высоты, они вам за эту стоимость не подвластны, поэтому их надо все равно будет покупать прогулочный билет. По прогулкам здесь сразу же открываются горные тропы, ну и, соответственно, подъемники рядом, если зимой вы соберетесь, значит, зимой вы можете сразу брать лыжи, тут есть лыжная комната, никуда ходить не надо, здесь рядом есть и прокат, и все, поехали дальше кататься. Летом, пожалуйста, выбирайте эту тропу и вперед. Сложность, подготовка, палки тут тоже можно, в общем-то, взять в прокат. С этим проблем нигде нет. Вообще прокатов здесь море. Вот. Внизу, сразу, если вы спускаетесь, там магазины, кафе, казино, кому это надо. Бесплатный трансфер на пляж и уже включенная в стоимость лежаки, зонтики и пляжные полотенца. Это мало кто предлагает, и это немаловажно. Если вы один раз туда ездите, это одно дело. А если вы каждый день решите это делать, ну, это совсем другое дело, другая экономия уже получается. В той же Беларуси, чтобы съездить на пляж, нужно было заплатить 750 рублей с человека, то есть 1500. Вот. Причем вас привозят на пляж, и вы, ну, платите только за трансфер. Никакого места нет, то есть берите свои какие-то циновочки, на них ложитесь. Зонтик, соответственно, тоже вам никто не даст. То, что здесь есть такой вот полдник, кофе-брейк в 5 часов вечера, ну, это приятный бонус. Я говорю, на нем особо заостряться не нужно. Ну, чай с пирожным поесть можно. Ну, как-то вот так какой-то себе сделать. Ну, вот. Зонтики вам предоставят, воду в любом количестве, газированная, негазированная тоже. Вот, есть кофемашина, чайно-кофейный набор в номерах есть. Это тоже дополнительно. Поэтому вот если это все сложить, то номер-то здесь себя оправдывает. Ну как? Бассейн, спа тут есть. Так что я думаю, что по своей-то сути он не дороже выходит всех остальных этих номеров. Так что, ну вот смотрите, где остановиться. Они хороши, эти отели, все три. Как в летний период, так, я думаю, наверное, и в зимний. Беларусь все-таки, конечно, далековато от подъемников, там придется дополнительно добираться. Остальные два расположены рядом с ними. Вот. Там еще рядом Роза Холл у Кижей, подъемник Олимпия. Все рядышком. Вот. Отели все очень понравились. Здесь, вот еще в Мовенпике, вот знаете, здесь
есть некая утонченность. Вот, как говорится, вот вроде смотришь, по сравнению с теми же Кижами, вроде, да ну, вроде бы все то же самое, но отель получается дороже, да? А дело все в каких-то деталях. Здесь, я бы сказал, превосходная кухня. Здесь более дорогие продукты, ну, более что-то изысканно сделано. Даже несмотря на то, что это, допустим, нарезка. Все равно здесь что-то вот есть. В номерах тоже детальки. Вот эта встроенная уже система умного дома, она тактильная сделана, да, еще что-то. Все какое-то, вот вроде бы мелочи, но из этих мелочей и складывается то, почему выбирают именно такой отель. То есть людям, которым важно какое-то отношение, какая-то, ну, я не знаю, утонченность, что ли. Вот здесь, в этом плане, Мовенпик и, ну, наверное, вот те отели, которые расположены здесь в районе 960, они будут соответствовать достаточно высоким требованиям. То же самое касается и персонала. То есть вы голову поворачиваете, то есть уже, ну, вам спешат, как говорится, уловить ваш взгляд. Для кого-то это тоже важно. Хотя я не говорю, что какое-то было нехорошее, не такое отношение там в Белоруссии или в Кижах. В Кижах вообще там хорошо, там вы, как знаете, как в своем доме просто живете. Потому что в этом корпусе нет своего ресепшена. Вот в Кижах. То есть ресепшен, как я говорил, он только в Лермонтове. И поэтому мы вот на этаже никого больше не слышали. У нас рядом и дверей-то нет. И мы выходим, и как из своего крыльца выходим, на свой ключ, все закрывается. Вот. Поэтому там вот немножко такая ситуация. Вроде бы мы сами себе предоставлены, но это, с другой стороны, неплохо. Так что вот таким я выводом прихожу. И завтра у нас уже самолет. Значит, по ходу, если я что-то еще вспомню перед отлетом, я, конечно, скажу. Возможно, еще, ну, какое-то включение будет завтра утром на завтраке. Вот. Ну и посмотрим, нормально ли мы в этот раз улетим. Фу-фу-фу, да, хотелось бы. Вот. Не забывайте подписываться на канал «Все для людей». Ваши эмоции. Вот. Поэтому встретимся, я думаю, еще неоднократно. Всем пока. Ну, и на следующий день на завтрак несколько разнообразился рацион. Вот смотрите, я себе такую тарелочку собрал. Появилась красная рыба и появился сыр с белой плесенью. Ну, кроме вот этого, который был, шампанского, по-прежнему здесь маслица. В общем-то, все в порядке. Друзья, ну, всем доброе утро. Мы на завтраке. Вы вот слышали теорию про музыку в торговых центрах? Чем быстрее музыка, тем, значит, быстрее идет и активнее покупатель. Чем, ну, скажем так, спокойнее, медленнее, она рассчитана на то, чтобы человек подольше здесь задержался. Ну и, естественно, потратил больше денег. Вот здесь играет такая релаксирующая музыка, знаете, такая, в каком-то таком буддийском стиле. Вот на завтраке здесь все располагает к тому, чтобы как можно дольше здесь проводить время. Здесь просто, ну, гастрономический рай, я вам честно скажу. Все очень вкусно, продукты качественные. Даже вот сегодня камамбер появился, да? Ну, просто, я вам скажу, выше всяких похвал. Спокойно, умиротворенно, народу совсем немного, залы здесь небольшие и доставляют это удовольствие.
по вашему желанию вам могут вот изготовить вот эти вещи, как вы желаете, с любым наполнением, принести свежевыжатые соки. Видите, это все написано. Ну и также в индивидуальном порядке могут сварить кофе вот с такой подачей, а не только в кофемашине. Так что, ну, еще раз говорю, что сервис на высоте и гастрономическое удовольствие вы получите здесь гарантированно. Ну вот и все, мы уезжаем. Прощай. Ну, хотелось бы сказать до свидания. Красная Поляна, вообще отличное место. Просто чудесно. Впечатления только-только положительные. Идем на подъемничек, спускаемся вниз. Кабиночка, все сели, немножко сегодня какие-то облачка, 7 сентября, 28 градусов уже, 28, да, в такую, конечно, погоду не хочется уезжать, тем более, когда есть такие возможности, открываются здесь в отеле, можно гулять по тропам, сегодня погода замечательная, можно, ух ты, как нас болтает. Можно ехать на пляж, тоже погода благоприятствует. Все, все замечательно, но, как говорится, хорошего помаленьку, надо и честь знать. Ну, поэтому мы отправляемся домой, чтобы, ну, уже открыть свои чакры для новых путешествий. А люди только еще сюда едут. Красота просто неописуема. Еще один бизнес-зал в нашу копилку. Это сочинский Адлерский аэропорт. Вот. Ну, наверное, ну какие тут особые комментарии. Вот. Я думаю, ничего тут особо говорить не надо. Я тебе пройду, сейчас сядем, покажу все остальное. Зал небольшой, но я смотрю, уютный. Конечно, здесь все попроще. Здесь есть и платные закусочки. Везде все мягкое. Есть водичка газированная, не газированная, по закускам соки в ассортименте. Печенюшки, это молочко, что еще, кофе, что из горячего. Так, набор чая, каша рисовая молочная. Крэмбл, гренки, сосиски. Ну, это вот здесь так выглядит. Соусы. Ну и два вида салатиков. Не богато, но перекусить можно. Плюс еще. Ну и вот там зона тоже отдыха. Тоже, в общем-то, есть. Нормально. Нормально. Все неплохо. Особенно по сравнению с тем, что есть в основном зале, конечно, это день и ночь. Есть тишина, спокойствие, умиротворение. Ну и вот уточнил я по алкогольным напиткам, они в принципе есть. Но если вы идете по банковской программе, по карте лояльности, и проходы у вас оплачивает банк, а не как-то по-другому, там за деньги, я не знаю еще как, бизнес-класс может быть, то тогда алкогольные напитки бесплатно, ну я имею в виду включенные вот в это посещение, их нет. То есть только за деньги. Я не знаю, как они это отслеживают, то есть как это все посмотреть. Не знаю, но сказали, если по банковской программе, то напитки не включены. Так что так. Ну, вообще все равно хорошо. Да, все нормально. Сочи, Москва, оказывающие на посадку, приглашаются к выходу номер 15.
вот и закончилось наше путешествие. Приехали мы в Москву на парковку. Сейчас забираем машину, едем домой. На этом я с вами прощаюсь. До новых видео, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Всем пока!